Mercedes E-класса W211 выпускался с 2002 по 2009 год с двумя типами кузова: седан, универсал и двумя вариантами привода, задний и полный. Производство велось на заводах в Германии и Австрии. Сборка также была налажена в Мексике, Китае, Индии, Египте, Малайзии, Индонезии и Иране, 2008 по 2011 год. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Именно на 211-м впервые была опробована фирменная мерседесовская система Adaptive Park Intelligent Light System, которая сама регулировала подачу света в зависимости от шоссейных и погодных условий. Например, фары могут поворачиваться по направлению движения руля, пока ПТВ освещают трассу, а затем отключаются при разгоне до 100 км в час. C2006 по 2009 год под названием EGAT также выпускали бронированную версию 211 с тремя типами двигателей, от дизеля 3,2 до бензинового до 5,0. Несмотря на серьезный уровень защиты, в броне B4 автомобиль сохраняет динамичность и может разгоняться до 240 км в час. Седан Mercedes E500 снялся в фильме «Люди в черном 2». На нем передвигался один из главных героев. Именно. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спички. Современный Mercedes, по сценарию, пришел на смену устаревшим Ford Crown Victoria, на которых ездили спецагенты в первой части этой кинотрилогии. Участие 211-го в блокбастере было исключительно маркетинговым ходом. Продажи в США и Канаде этой модели начались вскоре после премьеры фильма.